Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 203, тема «Смерть». Эвтаназия, безболезненная умышленная смерть для безнадежно больных, это грех или нет? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это есть самое настоящее убийство или самоубийство, смертный грех. Когда люди говорят «адские, невыносимые мучения», то они лгут, не зная, с чем делают сравнение. Есть повествование о таком безнадежном больном, который просил себе смерти и говорил: «Лучше в аду год промучиться, чем так при жизни бесконечно страдать». И вдруг пред ним предстал ангел и сказал: «Молитва твоя услышана, или ты будешь еще так гнить 30 лет, или быть в аду один год». И голосующий за эвтаназию оказался в аду. Мучимый в гиенском огне ожидал тысячи лет и, наконец, взмолился: «Господи, почему ангел обманул меня? Уже прошел суд и наступила вечность, а он забыл про меня». Начало мучениям есть, и они вечны, никогда не окончатся. Вдруг адская бездна расступилась, и он увидел ангела, который сказал ему: «Зачем ты опять ропщешь, вопреки нашего договора? Прошел всего только один час твоего пребывания здесь». Александр Сергеевич Пушкин говорил: «Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок». Восточная мудрость поясняет, что такое вечность. Представьте себе алмазную гору высотой до неба. Один раз в 100 лет к ней прилетает воробей, чтобы об нее почистить свой клюв. Когда он изотрет всю гору, тогда будет сказано: «Прошел один миг вечности». Книга Откровений 14.1. «И дым мучения и будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». 1 Иоанна 3.15. «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что такой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Не такой, а никакой. Да. «А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Эвтаназия была принята на вооружение в гитлеровской Германии. Сначала в пепел и на удобрение шли безнадежно больные, затем приговоренные к смерти политические противники, военнопленные и вся Европа и половина Азии. Это мы уже проходили. И что не менее удивительно, по разуму, признав, что человек – стадное животное по Марксу, Адольф Гитлер резонно рассудил: зачем нужно тратить средства на поддержание жизни обреченных? Заботу нужно проявлять о здоровых, об улучшении генофонда нации. Повторяю, если Бога нет, то ничего лучше фашизма человечество еще не придумало. Это самая лучшая политическая система. Количество подвергшихся эвтаназии душевно больных идиотов примерно 7500. Но в первый же год после войны у этой нации появилось ровно столько же душевно больных. Рост и количество на этом остановился. Есть крест для человека и крест для нации. Его нужно нести достойно, не обрезая и не ропща. В ряду тех, кто посягнул на самоэвтаназию, Библия знает крупных политических и религиозных деятелей: Авимелех, Ахитофел, Саул, Иуда. Все они или убийцы, или предатели. Вот как это выглядит. Книга Судей 9:53-54. Когда одна женщина бросила обломок жирного на голову Авимелеху, Тогда одна женщина бросила обломок
жорного на голову Авимелеха, Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. 1 Царств 31:4. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. 2 Царств 17:23. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Матфея 27:5. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился.